Вот так всегда. Заходишь к себе в конюшню в очередное новое обновление, а тут какие-то странности. Мол, в конюшне поет песенку девочка. И ты не понимаешь, где эта девочка. Вот так вот и начинается у нас, дорогие друзья, очередное обновление в Star Stable Online. Сегодня поговорим о том, какие странности добавили везде и всюду, кто поет в конюшне, каких лошадей добавили, какие новые задания. И все по ходу дела, так что оставайтесь со мной и поехали! Начнем с всего по порядку. Вначале вам стоит найти для себя самый удобный портал. Теперь на карте их полно и отмечаются они звездочками. Так что просто находите любой из них и под страшный плач, звуки рева, всадника без головы просто прыгаете в него. Дальше нас приветствует очень классная заставка самой цитадели всадника. Согласитесь, она крутая. И если бы здесь можно было бы жить постоянно, я бы это делала. Потом мне застукало такой момент, что я раньше не замечала, но тут одну свинку штырит на летающей платформе. Дальше опять задание котелка, бла-бла-бла, собираем осколки души путем прохождения скачек или болтовни с призраками, которые подсказывают, где искать их осколки души. Также добавление двух магических лошадок на данную территорию, следовательно их уже три, и будто они появляются раз в год, так что не упустите шанс их себе купить. Не забываем про шикарную территорию для отдыха в цитадели, там, где можно посидеть рядом с черным котиком Салимом, которого лично я называю именно так, и, возможно, скоро разработчики добавят его в качестве питомца. Добавили бы лучше воронов, которых я так сильно жду. Также не забываем про фирменную гонку всадника без головы, которая просто вау каждый раз для моих глаз. Также в этом году добавили новые сюжетные квестики, точнее не сюжетные, а точнее, ну, сюжетно-хлуинские. Суть в том, что подарянская энергия напитала воду на ферме Джаспера как своей мистической энергией, и все тыковки ожили. Так что нужно помочь Джасперу разобраться с этими тыковками, после чего вам будет задание, скажем такое, без ограничений до конца Хэллоуина в ССО, собрать все эти тыковки. Суть в том, что вы находите одну большую и три маленьких, но как только вы подходите и нажимаете на них, они все разбегаются, остается только одна большая. Суть в том, что нужно найти три маленькие и привести потом обратно все к большой. И не важно, что вам выкинет потом эта большая тыковка. То ли сладость, то ли гадость. Она может вам сразу отдать вкусняшку, может начать от вас убегать, а может начать вас пытаться укусить. Так что все это очень весело. Как вы знаете, каждый год в конюшне Star Stable делают какую-то новую штуку. Так вот в этом году это оказалась девочка, которая поет. Вначале я не поняла, в чем дело, потому что все резко стало какого-то серого оттенка и начала петь девочка песенку. Вначале я подумала, что она поет из канализации, типа а-ля на Пеннивайза, но потом нашла ее в итоге у себя в конюшне в днике. Так что да, в прошлом году это был летающий Идрис. Также до конца Хэллоуина абсолютно во всех парикмахерских добавили хэллоуинский макияж, так что если вы хотели такой макияж или вам он понравился и вы впервые его увидели, покупайте его, пока не прошло 6 ноября, потому что Хэллоуин у нас идет как раз именно до этой даты. Так что я лично скупила все, кроме вот этого окраса ведьмы Шрека. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите обязательно, нравится ли вам праздник Хэллоуин или чем он вам не нравится. Не забывайте подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. С вами была я, Доналя, и моя лошадь на сегодня. Магическая лошадка, которую я купила. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующих видео. Мистического вам Хэллоуина!